Ребята, эту щуку мы начнем с хвоста и снимем до головы. Смотрите, видите, вот она. Сняли одну, вторую поехали тоже филейным ножом. Смотрите. Ребят, ну вот смотрите, вот она щука, вот косточка, вот мяско, понятно, да? Разделываем ее, оставляем кость и голову ей, а себе забираем мясо, а икру мы уже съели. Ребят, все плавнички срезаем. Все филе оставляем. Если у нас здесь есть какие-то косточки, ну, заходим филейным ножом и их срезаем, потому что косточки даже в пельменях или в котлетах это не очень хорошо. Смотрите, это все режется для фарша, и вся вот эта щука, она у нас, вкладываем их сюда. Вот, а щуки, которые остались без филе, мы выпускаем в лиман для размножения, либо оставляем себе для ухи. С вами Сюф, не переключайтесь. Обязательно картошка должна быть в рецепте. Картофель, без картофеля будет невкусно. Щучьи пельмени. Обязательно добавляйте щуку, без щуки будет невкусно. Масло пошло, сливочное. Опа-па, пошла тема. Дальше лук пошел, ребята, все. Лук. Давай, пошел лучок. Иди, мой хороший. Смотрите, как он с маслом коннектится. И пошли, пошли наши щучьи бока. Ай, хорошо, щучка пошла. Ребята, сегодня будут крутые пельмени и щуки. Не забывайте про икру, про щучью, которую мы с вами отобрали, про печень, про почки, про сердце, про кострец, про антрикот и про все остальное, ребята. Много что есть, практически как у свиньи. Ай, щука пошла, моя хорошая, давай, дорогая. Со шкурой вкуснее, ребят. На самом деле нам ничего не помешает сделать вкусный, вкусный фарш из щучки. Сейчас попробуем и будем его солить и перчить. С вами Сюф и его толстые друзья. 5 перцев. Оп-оп-оп-оп. Немножечко положили. Смотрите, открываем адыгейскую соль. Ну, здесь у нас, ну, пару ложек. Тут где-то килограмма 2,5-3. Все перемешиваем. И маринуем. И приступаем к приготовлению нашего теста. Ой, какой фарш, ребят. Какой фарш. Охереть. Гости все пришли. Сейчас будем все вместе лепить наши кубанские пельмени щуки. Сегодня такие, ждем пельмени. Всегда, когда мешаете фарш, делайте это в большой емкости, потому что в маленькой не всегда удобно. Смотрите. Но они должны быть
фарш для пельменей, он должен быть немножко жидкий. Ну, такой, как не жидкий, но по соли и по перцу он должен быть хороший. Сейчас я попробую, подождите. Я бы еще перца положил, еще чуть-чуть соли. Фарш должен замариноваться минут 20-30. Смотрите, картошка, лук, щука, соль, 5 перцев и сюх с вами. Пока фарш маринуется, занимаемся тестом, ребят. Любовь как сон, а любовь как сон, а любовь как сон. Прошла. Ребят, смотрите. Ребят, чуть-чуть масла, смотрите, масло. Немножко соли, немножко, ребят. Немножко соли. И бульон. Рыбный бульон, ребят, уха. Это лето. Ребят, тесто для пельменей, для рыбы, оно должно быть с бульоном из рыбы. То есть это должна быть уха. Итак, мы уху сварили давно и заморозили. Я ее разморозил и сделал бульон. Мишка. Юху! Ребята, патриотичная песня и тесто тоже под нее. Сейчас пиццу сделают. Как эти на пальцы крутят. Где это? Где крутят? Это один большой пельмень. Ребят, тесто раскатываем по всему столу. Тесто должно быть раскатано по всему столу, тонкое и не толстое. Ребят, берем 3-литровый баллон и делаем вот такие вот заготовки. Они, казалось бы, для чебуреков, но на самом деле это пельмени, ребята. Это кубанские пельмени. Мы берем нашу заготовку, берем наш фарш. Смотрите, ребят, у фарша должна быть тема вот такая. Видите, мы кладем в серединку, смотрите, и закрываем. Вот так, раз, 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 раз. Смотрите, и у нас наш пельменчик, смотрите, закрывается со всех сторон, видите, да? Вот он, ребята, начинка нигде не проходит. Это пельмень кубанский. Оп, видите, нет? Ребят, я баночкой все делаю, а мои друзья все лепят, потому что уже такой, стоять рядом, ребят, пельмени пошли, стоять рядом и трындеть это, могут это, каждые. Да, а вот, смотрите, пельмени, вот, вот, легко. Сюда ага. Научил, смотрите, раз, завернул, вот колобок. Все, вот он пельмень. Это вот он, раз и все. Ай, красота. Да, 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 красота вот, просто. Это все эпизод, эпизод, эпизод. Ай, мой мелочки, вареночки хоче, навари, милая, навари, милая, навари. Йо-хо-хо, моя чернобривая, навари, милая, навари, милая, навари. Йо-хо-хо, моя чернобривая. One, two, three, four, five. И...
Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, брат, молдаванка собирала виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось ей сказать: станем над рекою бешеные скрывать. Раскудрявый, да клен зеленый лист резной. Я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Клен зеленый, да раскудрявый лист резной. Припущенный, да и причёный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Первым делом, самолеты. Подожди, первым делом. Да хуй там ждать. А первым делом, самолеты. Ну а девушки, потом. Ставим наши пельмени на огонь. Ребят, это нечто среднее между чебуреками и пельменями. Когда вы сделаете это блюдо вашим гостям, они просто охренеют, потому что девушки будут счастливы, а парни все равно пьяные, ребят. Смысл парням давать это блюдо? С вами был Сюх Краснодарский, его друзья. Готовьте блюдо сами и предлагайте вашим друзьям. Они всегда будут рады вашей кухне.